Что делаешь? А, я смотрел этот фильм. Сейчас смешная шутка будет. Джон, ты... Тебя... Собаку! Собака! Это что, перематываешь-то? Я ничего не услышала. Обрати внимание на его левую руку. Поверь, это важно. Тут еще саундтрек такой классный. Он ее трахнет. Ты уже поняла, кто убийца? Ну вот сейчас же намекнули. Ты куда? Да тут 10 минут ничего интересного не будет, что смотри. А, они так перевели. Я просто в оригинале смотрел. Слушай, я так и не поняла, зачем он ее убил? Света, смотреть надо внимательнее. Если ваш бывший козел, я расскажу вам, как ему отомстить. Срочно начинаем худеть. Пейте много воды. Как можно больше воды. Просто наливаете полную ванну воды, ложитесь туда и пьете через трубочку. После этого начинаем выкладывать красивые фоточки в Инстаграм. Он должен максимально точно понять, что у вас все просто прекрасно. Не забудьте переименовать бывшего в телефоне. Вот вам варианты. Не брать, не звонить, мелкочлен, скорострел. Вариант для поэтической натуры. Потерянные годы жизни. Откройте бутылочку вина. И уже после первого бокала вы почувствуете, что вам стало легче. После половины бутылочки появляется острая необходимость срочно позвонить мелкочлену и сказать все, что вы о нем думаете. В конце бутылочки очень захочется позвонить ему еще раз и сказать, чтобы он немедленно приехал, просто для того, чтобы еще раз сказать ему все то же самое в лицо. На утро вам уже самой захочется пить как можно больше воды и сдох. Все же на работе есть тупые люди. Например, такие. Света, какого числа нам надо отчет сдавать? Ты работаешь здесь полгода, и каждый, мать его, месяц подходишь ко мне с этим гребаным вопросом. Ну, мы же на работе, мы же профессионалы. 22 числа. А сегодня какое? 22. Это что, сегодня, что ли? Да, сегодня. Я это тогда... До вечера сделал. На следующий день ты приходишь на работу, и, естественно, никакого отчета от этого долбоящера ты не видишь. А что, вчера надо было? Да что ж ты за дебилка такой конченый? Ты 3 раза ко мне! Мотопокидай, мотопокидай! Дай, мотопокидай, мотопокидай! У тебя что, ПМС? На работу, дружок. Берем самый бледный тональник и мажем его только на губы. Да, тёлки, которые вместо матовой помады ебашат тоналку. Вы выглядите не стильной, а больной. Синие тени. Делаем себе синяки под глазами. Ну или не замазываем свои. Красный карандаш для губ. Красим слизистую. У меня все хорошо. Красная помада. Если, девочка, ты лентяйка, на работу не хочешь идти, красим носик губной помадой, никуда не надо идти. Рифма «идти», «идти» идеально. Плед. Чашечка с чаем. Для образа прекрасно работает коньячок. Да, Сергей Иванович, я вас слушаю. Вы знаете, я вот сегодня точно, может, даже и завтра на работу не приду. И вы свободны! Пользуясь случаем, хочу передать привет своему бывшему начальнику. Владимир Анатольевич, вы... Сорян, писуль! Опоздал. Маршрутчик, падла, на остановке не остановил. Извини за опоздание. Очень долго искал место на парковке для моего Бентли. Ебать ты четко! Да я нормальный, не с***! Твои глаза, словно 2 капли росы. Ну тогда меня из технаря и попёрли. Теперь у дядюши на монтажке работаю. Я как Билл Гейтс. Бросил учебу ради бизнеса. Хочешь, шавух тебе куплю? Приглашаю тебя в грузинский ресторан. Короче, завтра едем к деду на дачу. Я уже сортир копать. Завтра мы посетим нашу загородную усадьбу. Скучно сидим. Дай хоть музыку нормальную рублю. О! Мадемуазель, позвольте пригласить вас. Тебе еще нет 18, а душа уже жаждет неконтролируемых блевушек и утреннего похмелья? Сейчас я тебе все расскажу. Рисуем немного морщин. Не думай о морщинах свысока.
Без них не купишь ты бухло, наверное. Но самое главное – это выражение лица. Взрослые люди всегда ходят так, как будто у них в жопе торчит огромный зонтик, и он вот-вот раскроется. Или как будто у них под носом лежит огромная куча говна. Пока будешь стоять в очереди, обязательно произнеси несколько ключевых фраз. Да, Сергей Анатольевич, я завтра к совещанию обязательно принесу отчет. Дорогой, у меня денег с собой мало, купи, пожалуйста, памперсы сам. Да-да, мне тоже скоро права менять надо. Если вы не в состоянии запомнить целую фразу, просто используйте отдельные слова. Ипотека. Бензин подорожал. Пенсионное отчисление. ЖКХ. И все дело в шляпе. Дело в шляпе, потому что рядом обязательно стоит какая-нибудь соседка тетя Тамара, которая тебя видела, что ты пытаешься купить бухло, и уже позвонила твоей маме, так что готовь жопу сегодня. А сделаем мы макияж в стиле 20-х годов. 20-е годы в моде были круглые белые лица. Это мое время, сучки! Вы должны сделать из своего лица полную луну. Луну, полную разочарований. Брови должны быть очень тонкими, длинными и летящими. Из моих такое не получится, поэтому придется их сбрить. Поехали. Не, блин, я что, дура, что ли? Начало брови слегка приподнимаем, как будто мы всегда делаем так. Тени берем самые темные, какие у нас есть. Чтоб я, блядь, их умела открывать. Тушевка, тушевочка, вот такой кистью. Губы должны быть маленькими и в форме сердечка. Чтобы нарисовать губы в форме сердечка, просто представьте, что у вас губы похожи на куриную жопу. Смотрим финальный лук. Я хотела макияж 20-х годов, а у меня получился ссаный пьеро. Мужчины постоянно смеются, что в женской сумке куча всякой хрени. Но я сейчас докажу всем, что мы носим в своих сумочках только самое необходимое. Ключи. Зарядка. Расческа. Духи. Салфетки. Телефон. Помада. Еще помада. Еще помада. Еще две помады. О, а это я искала. Все только самое необходимое. Альбом с фотографиями, фен, кусок сырой свинины, яйца моего бывшего, запасные лампочки, плед, набор столовых приборов, еще одна сумка, в нее даже заглядывать не буду, плюшевый Альф, сувенирный колокольчик, о, шампусик, это никогда не лишнее, и пульт от телевизора. Все только самое необходимое. Пиши в комментариях, что ты обычно носишь в своей сумочке, и не забудь подписаться. Мам! Мам! Мам, я не хочу сегодня никуда идти. Напишешь мне записку? Мама, принеси попить. Мама, ты не видела мой красный свитер? Мама, что у нас вкусненького есть? Мам, ты постирала мое платье? Мам! А можно я не поеду с вами на дачу? Мама, что у нас на завтрак? Мам! 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 Блин! Мама, это же я! Ну что, пойду завтрак готовить. А вы не трогайте меня, не задавайте... Хоба! Сегодня я буду делать макияж по видеоуроку из Инстаграм. Так, ну этой херни у меня нет. И этой тоже. О, тональник! Переходим к контурингу. Не, ну она так нормально фигачит. Мусорное лицо. Вот эту херню точно видела. Смотрим. Ну? Соболиные брови. Переходим к самому важному. Это, конечно же, глаза. Порядка на старте. Пошла ты. За мои зеленые глаза называешь ты меня глазуньей. Просто нужно... быть уверенной в себе и просто красить. Вот просто красить и быть уверенной. Так как у нас вечерний макияж, то помаду мы тоже берем насыщенного цвета. И потею, как шлюха в церкви. Так, смотрим, что у нас получилось. По-моему, получилось очень отвратительно. Все садимся, кому что положить. Что-то стали руки зябнуть. Не пора ли нам дерябнуть? Поддерживаю. Валера, только давай не как в прошлый раз. Наливай. Ой, мне совсем чуть-чуть, а то у меня изжога будет. Первая пролетела, вторую крылом позвала. Поддерживаю. Валера, передавайте тарелки, кому холодец положить? Ой, нет, у меня от него печень болит. Чтобы жизнь не жила зазря, опрокинем стопоря. Поддерживаю. Валера!
кому горячего положить? Ой, не, мне жирное нельзя, у меня от него поджелудочная. Что нам горе и печали, коли рюмки застучали?